Пензенские ученые совершили прорыв в мировой медицине. Предприятие «Парафарм» получило патент на свое новое изобретение – применение трутневого расплода с соединениями кальция для излечения от артритов и артрозов, которое не только не уступает, но и превосходит зарубежные препараты. Кроме того, продукция компании «Парафарм» в четвертый раз признается перспективным изобретением. Из нескольких десятков тысяч открытий, регистрируемых в нашей стране каждый год, эксперты Роспатента отбирают 100 лучших, которые получают статус перспективных изобретений России. «Парафарм» на данный момент единственное в стране предприятие, чья продукция 4 раза удостаивалась столь высокого звания. В список отечественных изобретений входят «Эромакс» для укрепления семейных отношений, а также группа препаратов для борьбы с костными заболеваниями – «Остеовит», «Остеомед» и «Остеомедфорте». Одним из разработчиков данной продукции является доктор медицинских наук, профессор, автор учебников и монографий по остеопорозу Вилорий Струков. Мы считаем, что лечение остеопороза должно быть персонифицированным. Каждому больному свое лекарство. И нельзя всех лечить от Москвы до Чукотки одним и тем же препаратом, что сейчас производится. Поэтому в настоящее время нами, по крайней мере, имеется 3 препарата. Но будет их еще больше, 4 или 5 препаратов, что позволит повысить эффективность лечения за счет индивидуального подбора. Каждому пациенту свой препарат. Препараты компании «Парафарм», направленные на борьбу с костными заболеваниями, содержат продукты пчеловодства – трутневый расплод, который имеет уникальный состав и содействует восстановлению нарушенного гормонального статуса у пациентов с остеопорозом и с повторными переломами костей. То есть они обладают анаболическими свойствами, что позволяет по-новому лечить остеопороз не цементированием, методом цементирования остеокласта, а путем улучшения функции остеобластов. То есть это последний уровень, над которым сейчас работает весь мир. И мы в этом плане впереди можем сказать, что наш опыт очень ценен. «Парафарм» является лидером в области инноваций. Каждый год из 1000 российских изобретений, регистрируемых в иностранных государствах, 1% составляют патенты пензенского предприятия, что значительно превышает показатели многих вузов страны. Предприятие «Парафарм» не только выпускает уникальные препараты, но также предоставляет базу пензенским врачам для проведения исследований. В настоящее время сотрудники «Парафарм» работают над созданием новых препаратов, которые помогут улучшить здоровье миллионов людей.